На 21 ноября намечено проведение 21-й сессии районного совета депутатов. Рассмотрению вопросов на сессии предшествует их обсуждение на заседании постоянных комиссий. 15 ноября на заседание были приглашены руководители управления образования, управления экономики, структурных подразделений администрации района и представители районного совета депутатов, которые представили информацию по сути вопросов повестки дня. Речь шла о проведении публичных слушаний, о финансовых проблемах в дошкольных образовательных учреждениях, о передаче имущества и собственности района в поселковую и о ряде других вопросов.